После грандиозного расставания Ольги Бузовой с Давидом Манукяном, похоже, что для Ольги это было только самое начало неприятностей. Во-первых, явно вопреки ее ожиданиям и просьбам отписаться от Давида Манукяна, многие поклонники заняли его сторону в конфликте. Песня Давида о расставании стала более популярна, чем у Бузовой. Киркоров, старый друг Бузовой, который в свое время поддерживал ее во всех ситуациях, тоже занял сторону дамы и во всеуслышание заявляет, что Бузова плохая, разбросила такого парня. И вообще, что забыть Даву невозможно. Многие подписчики уверены, что этот факт практически добил Бузову. Но даже потеря близкого друга оказалась еще не все. Похоже, что эпоха Ольги Бузовой, о которой она так громогласно заявляла, все же скоро завершится. После расставания Бузовой и Манукяна от Ольги отписалось уже 500 тысяч подписчиков. И вопреки просьбам Ольги Бузовой отписаться от Манукяна, на даму, наоборот, начали подписываться подписчики, на что Бузова уж точно не рассчитывала. Так что получилась интересная ситуация. Ольга бросила даму, а подписчики, похоже, в ответ решили бросить Бузову. На это она уж точно не рассчитывала. Да, кстати, и Инстаграм Давы на данный момент считается более популярным, чем у Бузовой.